Не восстанавливают, а возводят новые. В этом году в Иркутске сдано в эксплуатацию 2 детских сада. Еще один откроет свои двери уже в ноябре. Им станет дошкольное учреждение на улице Новаторов. Работы там ведутся с опережением графика на 1,5 месяца. В планах также строительство еще 3 детских садов в разных районах Иркутска. Вопросы, связанные с возведением этих социальных объектов, сегодня обсудили на слушаниях Думы Иркутска. Отдельное внимание депутаты уделили школам. Сейчас в Иркутске ведется строительство сразу 3 образовательных учреждений. Еще 2 находятся на стадии проектирования. Самым масштабным проектом из них стала школа на 1275 мест в жилом комплексе «Эволюция». Срок ввода декабрь 2016 года, то есть через 3 месяца мы его должны ввести. На сегодняшний момент по 3 блокам закончены монолитные работы, по 4 блокам в течение недели заканчиваются монолитные работы. Этот объект идет в графике, несмотря на то, что мы имели с вами дожди, которые нас на неделю задерживали. Практически все подрядные организации на сегодняшний момент выправились, нагнали на графике.